Линдбергу делает передачу направо. Без клюшки. Один игрок Локомотива. И вот момент. Шайба в ворота. Чайковский. 4-3. Впервые в этом сезоне динамовцы выигрывают у Локомотива. И срабатывает на все 100% правило. Тот, кто забивает в этом противостоянии первым, тот проигрывает. Это при том, что Локомотив сегодня вел после второго периода со счетом 3-0. Но проиграл со счетом 3-4. Причем, что любопытно, после великолепного второго периода в исполнении Локомотива Динамо требовался, но чуть ли не лучший третий период в этом сезоне. И динамовцы сумели это сделать, в конечном итоге добыв второе очко за победу в овертайме за счет броска Михала Чайковского.